Всем привет! С вами Нильфгорн, это игра Hardland. Я продолжаю играть в необычную игру и... Второй, наверное, уровень вот пещеры гоблинской. О-о-о. Вот они, ларцы. И похоже, именно здесь какие-то вот есть такие... Так, с костром ничего нельзя делать. Тут у нас, смотрите, большой череп. Так, вот здесь я буду уже все сверлить. Ох ты, вот этого не было. Алебарда, ребятки. Алебарда, Нет. Блин, и как она же называлась? Надо было сначала... Сильвер Фолк. Форк. Нет, давайте это выкинем. Шарп. Блин, я вот сейчас таки прям не вспомню, как называлась. Так, вилку я выкинул. Так, ладно. Блин. А, вот полуакс. Вот он. Так я еще... Ого-гошеньки, ого. Урон, конечно, у него маленький. Так, апгрейд у него есть, отлично. Урон у него маленький, я, конечно, его не буду сейчас одевать. Давайте... Так. Холлинг Хаммер. Нет, тоже маленький урон. Шарп Акс, вот. Большой топор возьмем. Но проапгрейдить будет интересно. Давайте посмотрим, что здесь с сундучками. Так, понятно. Маджестики чест. Так, какой-то. Точнее, магический ключ нужен был какой-то. Здесь серебряный ключ. И вот на такой сундучок у меня есть ключ. Давайте откроем. И что у нас выпало? Много-много-много-много-много монеточек. Ну, немного уж. Ну так. Эх, ладно, не хватило у меня ключей. Так, дальше пошлите исследовать. Очень. Вот это выход, я так понимаю. Я не буду его юзать, потому что вдруг я сюда обратно не попаду. Так, а вот здесь дальше какие-то еще проходы. Так, это у нас что? Алтарь оф... чего-то. Так, ребятки, если вы знаете, для чего этот алтарь, то сообщите мне, пожалуйста, я буду вам очень благодарен, потому что я, ну, сами понимаете, не соображу. Так, какая-то жидкость. Ой-ой-ой-ой. Я думал, вдруг мне какой-нибудь баф дадут или еще что-нибудь в этом роде. Там я вижу череп. Просто... Так. Ну, наверх нету смысла. Давайте вот сюда вот дальше пойдем. Посмотрим, что здесь. Может быть... Ага. Ага. Я где-то вышел, непонятно где. Так, сейчас мы... О-ло-ло-ло-ло. Кабанчик-то непростой. Ребятки, меня сейчас убьют. Вот это я расслабился. Это я расслабился. Так, ну-ка. Пей бутылочку, ну-ка. А знаете, почему я расслабился? Потому что у меня в руках факел. И я пытаюсь... Я ставлю блок. Так, нет, бутылочку я соберу обязательно. Так, сердце. Бутылочку я соберу. Вдруг можно будет сварить как-нибудь еще бутылку. Ну, зелье. Блин, какая же она красивая игра. Не знаю. Многие почему-то... опять слово не знаю. Слово паразит. Нельзя так. Многие почему-то многим не понравилась эта... Такая вот графика. И они сказали, фу, какая-то там обкуренная. Или еще что-то. Оп. Но, на мой взгляд, игра очень... Я вижу шапку. Арбалет. Арбалет. Смол... О, ребятки, по-моему, я нашел какой-то секрет. Явно. И шапка, смотрите. Шикардосно. Так. Арбалет. Арбалет. А я думал, он на арбалет так и называется. Кроссбоу. Вот он называется. Ну-ка, давайте проверим. Реально он прям стреляется.
Ух, я знаю, что раньше не стрелковое оружие, оно не работало здесь. Вау! Вау-вау-вау-вау-вау! Тратит очень много стамина, то есть у меня вот сейчас стамина слетела просто. Так, хорошо, ах, у меня прям руки зачесались от всей этой крутизны. Так, дальше у нас, сейчас я быстренько посмотрю, вот этот вот, Фортуна Рот. Это, по-моему, город Рот. Рот, блин, я не знаю, как это переводится. Знакомое слово, но я не помню его перевод. Так, здесь, вот сюда вот мне нужно. Здесь я видел кого-то, я здесь видел кого-то ушастого. Вон он бегает, эльф. Тю! Стамину всю тратит, смотрите. Тю. Это еще попасть в него надо. Эй, ой, лисичка. Привет. Чего-то он, ла-ла-ла-ла, чего-то, чего-то. Лисичка. Так, ладно. Нет, честно говоря, я думал, что... Ну, чего-то, господи. Я думал-то... Арбалет будет, хотя бы им метиться можно будет. А так получается, как будто им и метиться даже нельзя. Так. Ху. Я же попал в него. Вот. Ху. И в этого попал. Тоже его с одного удара убивает. Ребятки, да я крут. Ну-ка, сейчас мы вот в этого всадим. Чунг. Есть. Отлично. Мне нравится. Чунг. Промахнулся. Так, все. Теперь пришло время ближнего боя. Так, ну где? Ух ты, а рунический, ну-ка. Нет, совсем мало урона. Отдай топор. Отлично. Я что-то еще поднял, ну ладно. А, я сердце, скорее всего, поднял. Так, здесь какой-то шабаш был с бочкой. Скорее всего, вот это здесь вот выход. Ого. Как много денег. Так, гоблинский щит я возьму. Гоблинскую шапку я возьму. Так. Ну, так, такого у меня точно нету. А вот и серебряного ключа нету. Так. А почему морковку-то я не могу собрать? Ох ты, смотрите. Серебряный ключ. Отлично. Давайте откроем. Конечно. Ну, монетки, да? Только, похоже, только монетки. Так, ну тоже. Это тоже очень хорошо. Так. Бочка. Бутылка, отлично. Так, надо записаться. Ребятки, надо записаться. Такое дело. Нельзя просто так упускать. Так, хорошо. Ладно, наверное, я думаю, все-таки вернусь я обратно, потому что там еще есть проход куда-то наверх. Это тоже какого-то одного гоблина, похоже, один гоблин остался. И Wooden Knife, по-моему. Чё-то он там про Wooden Knife говорил. Вот, I heard Wooden Knife, чё-то там, бла-бла-бла-бла-бла, фин, чё-то, чё-то. Может быть, ему нужно принести... Ты с чем мне смотреть на это сердце? Давайте соберем его. Как много денег-то? Как я их пропустил-то? Странно. Давайте вернемся в пещеру, потому что там, помните, вот эта веревка была? Ну, я думаю, все уж помнят прекрасно, только сейчас вот еще здесь вот посмотрим, потому что, черт возьми, куда ни заглянешь, везде секреты. Намного интереснее стало. Раньше такого не было, и... Арбузы! Арбузы! Эй, арбузы, почему арбуз не могу скушать? Я их хочу, арбуз! Так, и раньше намного...
неинтересней был. То есть не было вот такого какого-то ажиотажа, что ли. Так, там ничего нет, а здесь зато у нас есть вот сундучок. Это хорошо. Здесь появились, как видите, всяческие такие небольшие, незначительные, но все же секретики. И они добавляют игре такой свой интерес. Так, и что у нас здесь? Здесь какой-то... Какая-то такая... Типа долины, что... Ну, не долина, какого-то. Так, сыр. Ну, нужно собрать сыр, потому что восстанавливать достаточно много. Так. Главное не утонуть, а то я уже один раз поплавал, блин. Ага. Есть. Ну, скелеты, арбалетчики, знаете, это как-то... Так. Хорошо. А вот... Эх, я ключик-то потратил на маленький сундук. А смотрите, а здесь большой сундучок. Ну... Если я не забуду, то вернусь обязательно сюда. Ладно, давайте обратно вернемся. Так, вот, как будто вот прям для меня такие вот сделаны ступеньки, но нет. Арбузы, ах, арбузы. Ладно, давайте вернемся обратно, посмотрим. Давай, заходи. Посмотрим, что здесь все-таки интересно. Так. Вот эта штука, конечно, тоже. Если, ребят, если вы знаете, то скажите, пожалуйста, что и зачем она. Так, веревка. А. Я даже, в принципе, и управлять-то и не могу. Ну, ну ладно. Значит, пойдемте дальше по дороге, куда меня поведет, так сказать, дорога. Мне бы... Вообще, я бы к кузнецу тоже смотался. Посмотрел бы, что для крафта нужно для модернизации предметов. Но, может быть, я сейчас посмотрим, как там карта повернется. Так, по-моему... По-моему, я не знаю, куда я вернулся, но я сразу... А, это, по-моему, самое... Уху-ху-ху-ху. Это самое... По-моему, это самое начало. То есть, где я только появился, я помню, что вот за этим деревом как раз-таки я вроде бы увидел гоблина и не пошел к нему, потому что я побоялся. Так, ну-ка, ну-ка. Отлично. Ну все, я его... По-моему, я пробил его щит. Сломал щит и пробил ему просто хребет. Так, ну возьмем, давайте, тоже щит. Так, это все, мы собираем все. Все мне пригодится. Так, вот там вот что у нас. Опаньки. Вот такая, да, игра. Вроде бы не обратил немножко в сторонку внимания. И все, пропустил тут кое-что. Мухомор тоже соберем. Я знаю, что, по крайней мере, раньше были квесты. То есть там надо было грибов принести или что-то кому-то, для чего-то. Поэтому... Грибочки тоже пригодятся. Так, да, тут смотрите, еще гоблины, еще гоблины. И что-то, да, гоблинов-то побольше стало. А может быть, я ошибаюсь, и это не та территория. У нее что-то зеленое, господи. Я надеюсь, он мне еще не швырнет каким-нибудь фаерболом или еще что-нибудь в этом роде, какой-нибудь. Так, что это у нас? Сугарвант. Да что такое? Смотрите, какой живучий гоблин-то был. Так, ну теперь точно надо восстановиться. Так, давайте-ка. Жалко, что вот восстановление жизни происходит вот таким вот образом. То есть приходится кушать прям так, я бы даже сказал... Неудобно, в общем.
Кукумбр сейчас кушаем, точно. А кукумбр это у нас огурец. Так. Можно, конечно, бутылочки скушать. Тоже в этом сложного бытик полякс. В этом тоже сложного ничего нету, но все-таки. Так, мне в руки попался сразу арбалет, и я боюсь не... Так, вот этот щит мы выкинем. Стандартный щит, 40% у него осталось брони, но, блин, сколько же у него все-таки брони, это, конечно, зашкаливает. Так, вот, возьмем хаммер тогда, зачем мне арбалет-то? Так. Эй, давай-ка. Спустишься или как? Есть. Ну тут уже в принципе и удивляться нечему. Просто это уже мастерство. По-моему, где-то вот здесь как раз таки я и утонул последний раз. Так что не будем лезть сюда. Пойдем отсюда. Теперь остается пока что... Я набрал очень много предметов. И хотелось бы попробовать повыполнять хотя бы какие-нибудь квесты. Поэтому вполне разумно будет именно побегать по НПСам и попробовать сдать какие-нибудь квесты. Вали пока на спиной ко мне. Вот. Смотри-ка, чё-то... Есть. Тяжеловато так-то. Хрюшка-то просто так умирать не хочет. Ладно, ничего. Запишемся. Запишемся, иначе я сейчас опять заиграюсь и умру на каком-нибудь простейшем моменте. Типа просто утону. И будет очень неприятно и обидно. Так. Привет, добрый самаритянин. Full Helmet он просит у меня за какой-то квест. И что-то мне даст взамен. Так, охотничек. Как видите, здесь все могут давать квесты. То есть просто от стражника до простейшего крестьянина. Поэтому жалко, что здесь нету, ну, какого-то обозначения, что вот... Ну, горело бы что-нибудь, я не знаю, над персонажем, который бы давал квест. Ну, то есть какой-нибудь вопрос. Да, я, по-моему, прямо вот здесь и начал. Да, чувак, да-да-да, что-то бла-бла-бла. Я прям, да, я помню вот этот вот кусок мяса. Я его сейчас вот прям вот... Давай, хрум-хрум-хрум-хрум, отлично. Так. Да-да-да, этот замок, да, это именно начало. Значит, все правильно, я... Оттуда я пришел, значит, там больше нечего делать. Так, сигн. Вот давайте вот туда вот только единственное сходим. Посмотрим зомби. Зомби мы сейчас вольнем. Ухо-гошеньки. 6-го левела. Вам это вам не просто так. Вот сильные ребятки. Если ничего не изменилось, я также знаю, что у них и урон такой же, ну, довольно-таки мощный. То есть они там за один раз могут разломать прям вам все подряд. Так что надо быть с ними намного аккуратней. Это вам не простые там гоблины, которые просто так умирают. Эй, привет, это тоже, кстати, вполне может быть хам. Со своей зеленой рукой не подходи ко мне. Отлично. Просто вообще такое убийство мертвых. Эй, куда ты? А, он... Так, он без рук, но первого уровня. Но, ребятки, ну, зло не должно быть в этом мире, поэтому я тебя уничтожу. Так, ну все, похоже... Точно все я зачистил. Туда я не пойду дальше. Что-то, по-моему, то ли сердце, то ли еще что-то.
Да, давайте в городишко и побегаем по неписям. Попробуем взять какой-нибудь... А лучше сдать какой-нибудь квест. Нет, вот он, к сожалению, нам... Но это уже, скорее всего, я кадром. А может быть, просто в следующей серии. Так что ставьте лайки, если вам понравилось. Простите, простите, мадемуазель, простите. Такой... Я после странствий, я после долгих странствий, иди сюда, красавица. Ну, получается именно так. Так что, 50 лайков, и я начну делать, снимать новую серию. Как только набираем 50 лайков, также начинаю снимать. Так что, если вы хотите увидеть продолжение этой замечательной игры, то ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, если вам понравилось и вы впервые на моем канале. Также присоединяйтесь к моей группе ВКонтакте, в которой вы можете найти множество интересного. И если вы знаете хорошо английский язык и хотите мне помочь в переводах всяческих апдейтов, обновлений к играм, то есть с английского языка, то пишите мне, пожалуйста, ВКонтакте. Я буду вам очень благодарен, если вы решите заняться таким замечательным, неблагодарным делом на самом деле, но все же. Так что с вами был Нильфгорн. Всем всего хорошего. Пока.